Добрый день. Прошло 4 дня с того момента, как мы заложили наш опыт с проращиванием семян возрастом около 50 лет из Ленинградского сельскохозяйственного института. После постановки опыта мы проверяли чашки Петри с семенами каждые 2 дня, определяли влажность и доливали необходимое количество воды. Также ежедневно в течение 30 минут приоткрывали крышку чашки Петри для того, чтобы дать семенам доступ к циркуляции воздуха. Такая манипуляция необходима для снижения влажности внутри чашки Петри и, как следствие, уменьшает риск прорастания спор плесневых грибов на семенах. Продолжаем наблюдать за процессом прорастания.